сразу начинает калякать. То есть беме что-то, ну, то есть что-то говорить. Так, например, 10 лет. Отдельные слова. Угу. Там, А семья благополучная? Конечно. Угу. Они, ну, это нет такого, что типа вот у него там пили родители, и он стал больным. Нет, но у него это как-то так сложилось генетически, что он такой родился. Все. То есть у него замечательные. А аутисты каких видов бывают? Их 4 вида. Ага. Ну, то есть есть вот легкий аутизм, есть посложнее, есть такой, который прям тяжелый, но с ним еще как-то можно жить. А чем аутизм от шизофрении отличается? Чем не отличается, это вообще другой диагноз. Шизофрения чаще всего сопровождает аутизм. То есть дети больные аутизмом. Так ты больше психолог? Нет. Значит, ты дефектолог в чистом виде. Да. А может к тебе прийти взрослый человек и сказать, вот я стала заикаться? Можно, я заниматься с ним не буду. Не будешь заниматься? Для взрослого человека есть взрослые врачи. А у тебя до скольки? А у меня до 14 лет. Ну все, приведу тебе всю Москву. И все будут знать, что Лика лучший дефектолог с деточками. Да, все. Я как раз в следующем году открываю школу. Садик с функцией дополнительного. А я там преподаю харизму у тебя с детками. Пойдем танцуем. Ритмика там у нас, общение, навыки коммуникации. Да, искусство самопрезентации. Арт-терапия, рисование. Все, приходите к нам на следующий год. В этом году мы отдыхаем, как вы успели заметить, в этом прекрасном раю на Эгейском море.